Теперь нет, но я пускай. Я перестал быть счастлив, мой канал не заряжает. Я потерял себя, теперь мой поезд уезжает. Но в душе я и вправду ведь неплохой. Я хороший человек с огромной душой. Но вот только мои яйца больше, чем у вас. Позавидует любой мне папа-папуас. Человека бьешь, тем больше он ожесточается. Чтобы сломать его волю, сломать дух, нужно сломать его разум. Люди думают, что можно сражаться с честью, что есть какой-то правильный способ убивать врагов. Это ерунда, наркоз для совести. Нужно пережить настоящий ужас убийства, разрушить эту иллюзию, показать им, как страшно убивать человека, а потом показать, что ты наслаждаешься этим. Ранить, затем добить раненого, сжечь, перерезать горло. Если разрушить их представление о том, что есть человек, станешь их личным чудовищем. Они будут бояться тебя, и ты станешь сильнее, станешь лучше. Но нужно помнить, что это демонстрация. Лев рычит с той же целью, горилла бьет себя в грудь. И если слишком увлечешься этим, погрязнешь в ужасе, станешь чудовищем, лишишься части себя, станешь меньше, чем человеком, и это может быть фатально. Без тебя наебал.